Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы вам расскажем отличную новость. С 14 ноября на НТВ стартует премьера нового сериала «Спецбат». История рассказывает о рабочих буднях сотрудников специального подразделения дорожно-патрульной службы «Спецбат». Сергей Чертанов, майор ДПС, получает важное и опасное задание. Он должен найти преступную группировку в Москве. Бандиты занимаются угоном и легализацией краденных машин. Злоумышленники никак не могут быть пойманными. Поэтому к этому делу подключают следственный комитет. Чтобы успешно провернуть операцию по поимке преступников, Чертанову нужно научиться угонять популярные автомобили, чтобы бандитская группировка вышла на его след. Однако такой ход игры может плохо закончиться для самого майора ДПС. Ведь если он и его напарники попадутся раньше, чем операция будет завершена, то вытаскивать их никто не будет. И сотрудникам правоохранительных органов придется как-то самим выпутываться из этой истории, не разглашая служебную информацию. Но главного героя не пугает такое опасное и сложное дело. Он считает, что настоящий профессионал должен выйти из любой ситуации победителем. Тем более, помимо этой операции, у Чертанова есть и личное расследование. Мужчина хочет найти и задержать крысу, которая завелась в их отделе и мешает честной работе. Премьера сериала стартует 14 ноября. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!